Сергей Михайлович, здравствуйте. В первую очередь, конечно, поздравляем вас с тем, что вы так успешно приняли таких два серьезных первенства. Скажите, пожалуйста, как все у вас получилось так, как планировалось? Я бы маленько затронул историю этих соревнований. То есть мы проводим уже в пятый раз и кубок. Первый этап Кубка страны по лыжным гонкам, также и соревнования на Кубок Хакасии. Начинали соревнования на пустом месте, на неподготовленных трассах. С каждым годом все больше и больше оснащается и лыжный стадион, и лыжные трассы. Значит, в этом году мы сдаем первый этап строительства лыжных трасс, соответственно, регионального центра. Поэтому с каждым годом мы прирастаем по качеству и по сервису обслуживания наших лыжников и, соответственно, по организации соревнований. Значит, соревнования, как традиционно принято в Хакасии, предшествуют всегда сборы лыжников. То есть они здесь приезжают на вкатывание и после вкатывания проводят традиционные соревнования. Значит, статус этих соревнований, я бы озвучил несколько цифр, чтобы было понятно, какой статус этих соревнований. По мнению тех делегатов, по мнению главного судьи, вообще Кубок Хакасии является на сегодняшний день самым численным, самым большим соревнованием у лыжников страны. То есть на всех последующих соревнованиях участвует в разы и даже на порядок меньше лыжников. Первый этап Кубка страны является отборочным, на нем, так сказать, отбирается, соответственно, традиционно участвуют практически все. Вот только несколько цифр, значит, по соревнованиям. На Кубок Хакасии среди мужчин участвовало 344 человека, из них 4 заслуженных мастера спорта, 15 мастеров международного класса, 126 мастеров спорта. Это только среди мужчин, ну и, соответственно, среди женщин. Значит, то есть статус этих соревнований очень серьезный, и, соответственно, подход к организации соревнований очень серьезный. Значит, мы бы не смогли их провести без активного участия Министерства спорта. Значит, порядка больше 30 судей привлекалось с ближайших регионов Красноярского края, Новосибирской области, Кемеровской области. Значит, отдельное спасибо президенту Федерации лыжных гонок Сибирского округа, это Логвинкову Петр Андреевич, заслуженный мастер спорта России, значит, вице-президент Федерации лыжных гонок России. Значит, по нашему Сибирскому округу он президент лыжных гонок. Значит, при его активном участии, при его активной помощи, значит, мы смогли организовать эту мощную бригаду судей для того, чтобы провести такие соревнования. То есть я вот уже сказал, 344 мужчины плюс 203 женщины одновременно стартовали, больше 500 участников в день. То есть это весьма массовое соревнование, соответственно, весьма серьезный к ним подход. То есть это большая ответственность и судейской команды, большая ответственность тайминга, хронометража, значит, большая ответственность на оборудование, необходимое для проведения соревнований. «Вершина Тёй» – это такой достаточно крупный проект, проект всероссийского масштаба, он, естественно, строится очередями. Скажите, к этому году было сдано в эксплуатацию все, что было запланировано? Значит, в этом году мы ввели в эксплуатацию спортзал для общей физической подготовки. Значит, также в этом году вводится в первую очередь регионального центра. Это стопроцентная готовность по лыжероллерной трассе, по лыжным трассам. Это боксы-модули для подготовки лыж и командные комнаты для спортсменов. Сюда также вошли, значит, объекты инфраструктуры. Это энергоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, связь, интернет. Значит, дополнительные помещения входят в структуру. Это гараж для спецтехники и гараж инвентаря. Подземный переход для движения лыжников под стадионом для организации потоков. То есть тот минимум, который необходим для
нормального проведения соревнований и для нормального проведения учебно-тренировочных. Учитывая уникальность объекта не только по его расположению, по его заполняемости, но и по уникальность по финансированию. То есть финансирование осуществляется как из федерального бюджета, так и с республиканского. Очень немного таких строек, которые могли похвастаться довольно-таки стабильным, постоянным, регулярным финансированием. Тут, конечно, нужно отдать должное как руководству Министерства спорта Денщикову Валерию Васильевичу, так и непосредственно главе Республики Хакасии Виктору Михайловичу Зимину. Значит, они активно участвуют и даже в такое тяжелое время, как и в этом году, значит, в связи с тяжелыми последствиями пожаров мы не остановили строительство, конечно, уменьшили темпы, но не остановили, то есть все-таки завершили запланированный ввод в эксплуатацию, выполнили все виды работ, ну и вышли, так сказать, на соревнования с вводом в первую очередь в эксплуатацию. А что нас ждет в будущем? Что там построят в ближайшем будущем? Последующая программа 2016-2020, развитие физической культуры. Значит, мы уже официально включены в эту программу. Со второй очередью строительство регионального центра, в котором будут уже непосредственно начнут строиться объекты инфраструктуры. В первую очередь это многофункциональное здание, где будут размещены помещения судейской, тренерской, тайминга, хронометража, допинг-контроля. Также там большие помещения для проведения всевозможных конференций, всевозможных судейских. Как вы уже услышали, 344 участника из 44 регионов, то есть даже привести судейское, это по два представителя с каждого региона, это уже 90 человек. Их нужно где-то собрать, поговорить, объединить, убедить в чем-то и организовать. Потому что представлены очень серьезные люди, там и олимпийские чемпионы, и многократно олимпийские чемпионы, у каждого свое мнение, их нужно, так сказать, как-то воедино соединить. То есть это здание нас спасет при проведении соревнований, также при организации тренировочного процесса. Тогда мы уже сможем проводить соревнования не только российского, но и международного класса. То есть там по всем нормам допинг-контроль, по всем нормам, значит, помещение для тайминга, хронометража, серверная, монтажная, для съемок и прочее. Ну, то есть комплекс этих мероприятий. Значит, там же размещены по всем последним требованиям и нормам помещения для лиц спортсменов, то есть оборудованы специальные места, подъемники, специальное помещение для проведения тренировок и даже, возможно, соревнований с повреждением опорно-двигательной системы, от лиц повреждением опорно-двигательной системы. Ну, вершина Тюи такое интересное место, и наверняка вам известны какие-то такие его особенности, фишки, которые делают его популярным. В связи с тем, что в самой Тюи непосредственно и в округе окружают большие рудники, большая добыча железной руды открытым способом, идет большое испарение, и воздух перенасыщен ионами железа. Вот все спортсмены говорят, намоленное место, там не намоленное, я считаю, что это самое. Значит, разговаривая с медиками, то есть железо при формировании мышечной массы, при формировании вот именно нагрузок, являет очень сильное, так сказать, влияние, и они насыщают специально там витамины и прочим железом. У нас оно в воздухе летает. И есть заключение Алтайской лаборатории официально, что данный воздух является лечебным, его можно использовать в целях именно оздоровления при легочных заболеваниях и прочем. Это вот такая мелочь, да, но она особенность вот именно этих рудников, то есть землю раскопали, руду добыли, а взвесь поднялась в воздухе и насытилась. Кто постоянно там бывает летом, он ощущает, вот особенно если собака напряжается, ощущает какой-то кисловатый привкус этого железа, местные не замечают. А вот это очень хорошее вещество, это надо проводить обследование, может действительно налечим.
чистый воздух, железо, среднегорье, хорошие трассы. Все это в совокупии дает как раз вот положительный результат спортсменам. И когда они после вкатывания в ТЮИ показывают хорошие результаты, тот же там Крюков и прочее, они как бы понимают, что вот именно прошло вкатывание в нужном месте. И они едут в ТЮИ, даже если не будет сервиса, даже если будут жить в палатках, даже если будут жить там на частной квартире, они все равно едут в ТЮИ, потому что там вот это место, которое... как они считают, намолено. Намолено вот таким особенным расположением. А этот центр спортивной подготовки, он открыт только для тренировок профессионалов? Или вот, допустим, может любой желающий собраться компанией и поехать туда отдохнуть, хорошо провести время? Весь декабрь, значит, мы можем принимать до 170 человек. Значит, инвентарь, конечно, у нас в таком объеме не имеется, но достаточно для... по результатам прошлых лет, когда обеспечили людей. Значит, трассы у нас подготовлены таким образом, что мы можем, значит, тренировать и просто прокатиться, так как специалистов, профессионалов и специалистов высокого ранга, также и начинающих. Можно с инструктором, можно без инструктора. Значит, у нас есть начальник лыжных трасс, у нас есть специалисты, которые помогут, подскажут, но этот спорт, как бы сказать, достаточно безопасен. Если выполнять все инструкции, то можно самому просто прийти прокатиться. Даже начинающим, даже человеку неопытному. В этом году очень мало снежное начало зимы, и Европа просто страдает без снега. Вот, ну, даже буквально до сегодняшнего дня. И те лица, и те сборники, которые приехали к нам с Европы, были просто удивлены наличием у нас снега, хотя у нас тоже его мало, но мы смогли организовать его и проводили соревнования, ну, практически, можно сказать, вот всей Европы. На Дальнем Востоке, конечно, снег есть, а вот ближе нас снега практически нигде нет. То есть это очень такая хорошая деталь. Плюс среднегорье. Плюс особые условия приема, значит, очень интересно, очень привлекательно база именно в ТЮИ.